Привет всем! Вы на канале Позитивный огород. И хотелось бы еще сделать такое коротенькое видео по новинкам этого сезона. Начну, наверное, с индетерминантных томатов высокорослых. Вот таких два сорта. Это у нас Чудо Земли и нашумевший сорт Банановые Ноги. Чудо Земли у нас высокорослый сорт, где-то высотой до 2 метров. Плоды у него плоско-округлые. Масса просто у них поражает. Ну, по крайней мере, на упаковке заявлено 1 килограмм 200 граммов. Но все-таки, наверное, это нужно, конечно, очень так правильно формировать данный томат, чтобы такие плоды были. Соответственно, в кисти оставлять 1-2 плода. И тогда, возможно, именно на самых нижних кистях у вас будут завязываться такие огромные плоды. Ну и формировать, конечно, томат нужно в один ствол. В два из ствола будете формировать, скорее всего, ну и также и я, если буду формировать два ствола, скорее всего, таких гигантских плодов мы не получим. Но так, в принципе, салатного назначения, то есть про него также очень его хвалили в интернете, что достаточно такой хороший сорт, именно хороший сорт крупноплодных томатов. Также мы приобрели и томат Банановые Ноги. Ну, как бы очень хотелось его приобрести, потому что много вот очень было отзывов, по крайней мере, пока мы его не заказывали, было очень много положительных отзывов, что такой шикарный томат, что он прям завалит вас урожаем. Плоды просто обалденные у него и очень красивые. Как бы вся вот эта масса урожая, вот то, когда висит в теплице, просто это так, ну, очень красиво все смотрится. Но когда мы его заказали, вот тут уже пошли, почему-то начали нам попадаться, наоборот, негативные отзывы. И плоды у него какие-то такие безвкусные, как бы ничего в нем такого хорошего нет, как бы он плохо растет и мало урожая. Вот какие-то пошли такие отзывы негативные, прям мы аж расстроились. Ну как так? Мы только заказали и такие деньги отдали, и тут на такие отзывы прям наткнулись. Как бы, но все равно как бы все-таки хочется на своем опыте убедиться. Действительно, ну, хороший это сорт или плохой? Вот именно для нас. Потому что у каждого свои какие-то условия в теплице, свои условия или в открытом грунте. Ведь его можно выращивать как в теплице, так и в открытом грунте. Ну, как бы, вот именно по своему опыту нужно все-таки посмотреть. Ну, а так у него масса где-то 80 граммов у помидорок. Можно его формировать как в 2 стебля, так и даже до 5 стеблей. Ну, как бы, в рассаде он, как бы, говорят, что очень такой достаточно хлипкий. Ну, потом вот он разрастается и должен, по заверению производителя, должен просто нас завалить урожаем. Ну, как бы убедимся уже на своем опыте. Но все те, кто выращивал данные томаты, очень бы хотелось, чтобы вы поделились своим опытом. Все-таки будет очень интересно узнать. Ну, а всем тем, кто собирается выращивать, удачи, удачного урожая. Спасибо, что просмотрели данное видео. Всем пока-пока. До новых встреч!